Завтра нашему телеканалу исполнится 25 лет. Мы приглашаем вас праздничное для нас утро встретить вместе в большой дружной компании. В честь нашего юбилея много сюжетов о работе телевидения. Завтра мы станем еще чуточку ближе к вам. Узнаем все тонкости операторского дела. Уж поверьте, там много интересных нюансов. Расскажем вам, что такое прямые эфиры и как они проходят. Познакомим с монтажерами, проследим долгий путь технических изменений от старых кассет до современных флешек. Отправимся записываться на хромаки, знаменитый зеленый фон. Для чего он нужен? Кроме того, в студии утреннего эфира наше руководство. Завтра поговорим с директором Приднестровской государственной телерадиокомпании Игорем Никитенко и главным редактором Первого Приднестровского Виктором Савченко. И все это лишь часть нашего большого праздничного эфира. Просыпайтесь пораньше и отмечайте наш день рождения вместе с нами.